Всем привет, с вами снова Хидан, и сегодня мы разберем Noise MC питерские крыши. Погнали! Итак, приступим, и на самом деле все достаточно просто. Куплет играется одним и тем же рисунком. Ставим квинту на втором ладу, на пятой струне, но при этом третью струну мы не зажимаем. То есть у нас получается на втором ладу пятая струна, на четвертом ладу четвертая струна, а третья струна открыта. И играем с шестой струны, то есть шестая, пятая, и щипаем четвертую, третью. Следующий аккорд очень простой тоже. Вот. Следующий аккорд берется так: на третьем ладу, на шестой и на пятой струне ставим пальцы. А при этом на втором ладу четвертую зажимаем указательно. Даем бас шестую и играем третья, четвертая, пятая. Вместе. Следующий аккорд. Все убираем, только на втором ладу, на шестой, и щипаем три струны. Пятая, шестая и четвертая. Вот и все. На этом куплет заканчивается. Дальше переходим к припеву. Припев тоже очень простой, что-то типа квинта. Начинаем с третьего лада. Указательный палец ставим на пятую струну, третий лад. А безымянный палец мы ставим на вторую струну, пятый лад. И играем пятая, вторая и первая. И обратно. Дальше передвигаем всю эту картину на пятый лад. Дальше передвигаем на седьмой, но при этом третий остается на восьмом. То есть не так, а вот так. Сюда. Вместе. Далее передвигаем все это на десятый, также через лад. То есть десятый и двенадцатый. Но при этом уже ми, первую струну, мы не играем. И обратно на пятый. Повторяем это два раза. А третья фраза у нас будет такая. Начинается практически точно так же. Но теперь передвигаем этот рисунок на второй лад. И обратно закачиваем также с 10 и 5. Получается вместе все это так. И последняя фраза полностью отличается, ну, практически. Практически полностью отличается. Ставим обычный ми, то есть на втором ладу пятая и четвертая. Играем бас шестую и пятую. И потом первая и вторая. Дальше ставим, оставляем указательный палец на четвертой струне на втором ладу. А средний скидываем на третий лад пятой струны. И также на третьем ладу, на второй струне, ставим безымянный. Но при этом играем только бас ля. И вторая, первая, вторая. Дальше эту позицию передвигаем на струну вверх. Играем два баса. Потом один, два. Потом квинта. Только без средней струны, скажем так, играем пятую и третью со второго лада. И передвигаем на пятую.
Вместе эта фраза звучит так. Теперь проиграем весь припев вместе. Вот и все, достаточно коротко и просто. Надеюсь, кому-нибудь было полезно, надеюсь, кому-нибудь понравилось. Обязательно, если понравилось, ставьте лайк. И сейчас у меня закрыло мое лицо вот такая вот круглая кнопочка. Проходите по ней, подписывайтесь на канал. Всем удачи! За окном питерские крыши, серую хмарь протыкает шпиль. Мы друг друга совсем не слышим, разговор шуршит, как фитиль. Взрыв обожжет и заложит уши, разлетится по стенкам плоть, обнажив съежившиеся души по всем.